В Рязанском цирке публику увидит блестящий конный номер с талантливой джигитовкой, с элементами трюковой акробатики. Его создал народный артист России Юрий Мерденов. Человек-легенда, хранитель традиций кубанского казачества. Его казаки с блеском гастролируют в цирках Европы, Америки, Австралии и Японии. А теперь их можно увидеть и у нас. Понравилось представление, конечно, завораживающее. И эквилибристы просто, затаив дыхание, смотрели. Лошадки, обезьянки, прям восторг. Прониклись клоунами озорными такими. Веселить зрителей будет талантливый дуэт коверных Сергея Гульченко и Юрия Филатова «Джамелли», в переводе с итальянского «Близнецы». Их волшебный мини-спектакль с карликовыми свинками порадует детей и взрослых. Свои номера они создавали, вдохновляясь классическим цирком начала 20 века. Мы пытаемся не просто, скажем так, заполнить паузу, да, как задача коверного. Мы работаем в жанре коверной клоунады. Мы еще пытаемся ввести сюда драматическую, то есть составляющую, чтобы это был мини-спектакль, чтобы немножечко рассказать об истории цирка. Каждая реприза – это маленькая история, маленькая новелла, которая имеет начало и финал. Несомненно, заворожит зрителей мастерство канатоходцев. Они с блеском выполняют трюки, которые до сих пор не могут повторить многие гимнасты мира. Зрелищное выступление на высоте никого не оставит равнодушным. В Рязань приезжаем как к себе домой, скажу честно, с удовольствием. И как-то получалось так, что я все время и еще раз хотела вернуться, вот после лета, и еще раз. И вот мы наконец-то снова здесь. Арена прекрасная, зритель теплый, мне здесь очень комфортно и нравится. На манеже зрители увидят и манерных грациозных кошечек, и обезьян-пародистов. Каждый из мохнатых артистов покажет свой зажигательный номер. Так обезьяны блестяще выполнят джигитовку с кинжалами. Медведи, в свою очередь, покажут, как умеют танцевать цыганочку и даже брейк-данс. Мохнатые артисты продемонстрируют, какие они спортивные, сыграв в баскетбол и не только. Мне понравилось. Медведи. Один медведь катался на велосипеде, а второй жонглировал. Мне понравилась воздушная гимнастика. Представление понравилось. Клоуны, акробаты. Интересные обезьянки были, номер очень интересный. Эквилибристы были тоже. Захватывает дух. Цирк «Зажигает огни» – добрая, яркая программа. Здесь особый мир, в котором хорошо всем – и взрослым, и детям. Здесь каждый будет веселиться от души. Олеся Котровская, Григ Лотов, телекомпания «Город».